Всем приветики, с вами Роман, видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Пишите комментарии под этим видео, два человека, как всегда, конкурс по 10 рублей на PR кошелечек. Сейчас я наткнулся на очень такой интересный канал, хочу предоставить его подписчикам, что вы на это скажете. Это значит канал моего друга, он называется Traffic Guru. Значит, что сейчас он из себя представляет? Здесь на главной странице нам представляют заработок от 3000 рублей. Давайте, друзья, доброго времени суток. Это мой третий ролик. Для тех, кто не в курсе, меня зовут Алексей Семенов, и я специализируюсь на заработке в интернете. Сейчас я показываю вам свой онлайн-кабинет банка ВТБ. Вот мой заработок за месяц. Как видим, он составил 1 178 тысяч рублей. И все эти деньги заработаны только с помощью интернета. Но это так, отступление для тех, кто плачет, что в интернете денег нет. В общем, я решил понемногу выкладывать полезные кейсы, с помощью которых можно зарабатывать как? Так, человек рассказывает, как 3000 рублей можно заработать за 5 минут. В общем-то, если все внимательно послушать, давайте послушаем. Это то я чисто в ознакомительных целях, я ничего не рекламирую. В общем-то, и дальше я вам все объясню. Новичку, так и опытному интернет-бизнесмену. Сегодня я поделюсь с вами одной из схем, которая до сих пор приносит мне хорошую прибыль практически на автомате. Если вы досмотрите этот ролик до конца и просто тупо повторите за мной все действия, которые я покажу, то к завтрашнему дню вы уже сможете вывести на счет свой первый заработок, да, нифига себе. Главное, не спешите. В каких-то важных моментах можете прямо ставить видео на паузу и делать так, как я показывал. В этом суперсложного ничего нет. Итак, для начала давайте я поподробнее расскажу вам про партнерку, с которой мы будем работать. Ссылку на нее я оставлю под этим роликом, если что. Это партнерская программа одного товара. Примерно раз в полгода они меняют этот товар. Раньше это были беспроводные наушники, до этого вообще не важно что. Сейчас вот это такой цифровой рюкзак. Товар тут выбирается самый вообще хайповый, по самой привлекательной цене, так что его очень хорошо покупают. Нам нужно спуститься, скажем так, в подвал сайта, да, и нажать на ссылку «Партнерская программа». Нас тут же перекидывают на страницу регистрации. Да, в чем еще огромный плюс этой партнерской? В общем-то, хочу рассказать, что 3000 рублей – это очень хорошие деньги. Сейчас мы видео поставим на паузу, я вам покажу еще один видеоролик. Друзья, всем привет, я опять с вами на связи. Продолжаю палить рабочие схемы заработка в интернете на зло хейтерам. В последнее время вы просто завалили меня вопросами, типа, у меня нет ноутбука, как зарабатывать с мобилы, или как зарабатывать деньги на смартфоне. Но на самом деле практически любой способ заработка с компьютера применим к смартфону. Тут особой разницы нет, какое устройство вы используете, главное, чтобы мозги работали. Ну, раз вы так настаиваете, я сейчас покажу вам один просто бомбический, а самое главное, стабильный способ заработка, который вы можете осуществлять как с мобильного телефона, так и со стационарного компьютера. Специально для вас я покажу вам, как все это делается в реал-тайме на моем смартфоне. Именно этим способом я зарабатываю от 200 тысяч рублей в месяц. Ну, так, немного. Вот скрины моего дохода. При этом уделяю самой работе не более 5 минут в день. В общем, нашел вот такой вот интересный канал, как бы моего знакомого. Напишите в комментариях, что вы думаете насчет этого. Вот. Реально ли столько заработать, так рассказывают. Вот, 200 тысяч рублей в месяц, как бы без опыта. Вот, мое мнение, это в принципе реально, но это мало в это верится. В общем, жду ваших комментариев. То, что я хочу. Я ничего не рекламирую, только рассказал, поделился опытом, наткнулся на такой канал. И хочу услышать ваше мнение. Потому что, как сказать, ссылочку я оставлю на канал в этом, значит, в прикрепленном комментарии. Оставлю ссылочку, собственно говоря, на этот канал. И ждем ваших комментариев, что вы думаете насчет этого всего. В общем, а с вами был Роман. На этом мы с вами прощаемся. Желаю удачных заработков. Не забывайте, в общем-то, всегда о рисках. И до новых встреч. Итак, ребятки, мы продолжаем, потому что видео записывал давно, в общем-то, сейчас решил его выложить на этот канал, поэтому конкурс мы сейчас разыграем. Берем сейчас, копируем вот этот вот видосик и разыгрываем конкурс комментариев. Рандомайзер продолжает радовать, продолжает работать, работает без перебоев, работает отлично. Ну ладно, не будем, а то еще перехвалим. Вот.
перехвалил. Так, давай, ладно, даже зайдем на вот этот другой, потому что тот, видимо, я перехвалил. Опять не получается. Ладно, рандомайзер, я все правильно скопировал вот у персанта. Но нет, не работает, видите? Не работает. Давайте тогда, знаете, как сделаем? Но этим я скидывал. Вот Евгений Игоревич, я ему еще не скидывал. И Мария Меркулова. Давайте тогда вот этим вот скинем, потому что рандомайзеры не работают. А работали всегда отлично. Вот видите, не надо никогда хвалить, ничего. Все. На этом с вами прощаемся. Желаю удачных заработков. Ссылочка будет закреплена в комментарии. Пишите побольше комментариев. В общем, что вы думаете о проекте и вообще. И до новых встреч.